взметнулись наши всходы. Нам бы жить да жить, а тут война. О войне говорили много. Солнечный день 30 апреля для Казанского федерального университета стал особенным. После торжественного марша победы чествования ветеранов Великой Отечественной войны прошел гала-концерт фестиваля студенческой весны Казанского федерального университета. Уже на начало праздничной программы преподаватели, студенты и гости делились впечатлениями о прошедшем параде и гадали, кто же станет победителем этой студенческой весны. Я жду чего-то грандиозного, как всегда, от наших любимых студентов, которые всегда доказывают свой класс и показывают восхитительные номера. Сегодня с утра прошло замечательное мероприятие. Наверное, все видели вот этот марш, единение вот это студенческое. Поддержать свой институт в первую очередь и просто насладиться хорошим концертом, потому что день начинался очень хорошо с Марша Победы, а сейчас он закончится еще лучше именно этим концертом. На сцене концертного зала «Уникса» за звание самых творческих и креативных боролись все институты КФУ. Масштабные события студенчества не пропустили студенты филиалов Казанского федерального из Набережных Челнов и Елабуги. А гостями праздника стали представители федеральных университетов всей России. В общем, участников было немало. Принимало участие более 1500 студентов, более 300 коллективов вокальных, танцевальных, различных. И вот я думаю, сегодня жюри, которые находятся в зале, сделают правильное решение. Давайте им похлопаем, чтобы они не ошиблись при выборе. Победителями своей группы стали Химический институт имени Бутлерова, Институт вычислительной математики и информационных технологий, а также Институт международных отношений, истории и востоковедения. Обладателем гран-при в очередной раз стал Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Так прошел гала-концерт фестиваля студенческой весны Казанского федерального университета. Впереди события федерального масштаба «Российская студенческая весна», которая будет проходить в Казани с 15 по 20 мая. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.